Следующее наставление, следующее тоже очень важное объявление, это то, что по решению GBC, Читани Чандра Чарана Прабу, по решению Манибанху Прабу, регионального секретаря, буквально ихним указом, в нашей ятре вводится система наставничества. Нас давно подталкивали к этому, говорили, что мы тормозим, не спешим. После того, как Манибанху Прабу приезжал сюда, и в результате беседы с разными старшими преданными, он буквально в приказном порядке назначил 5 человек, которые должны служить в нашей общине в этом качестве. Это Ачарья Ратна, да, будет таким нашим наставником. Ананта Болахари. Адвайта Чандра и Матаджи Алена. Радика Према. Если коротко, то наставники – это те преданные, которые будут помогать тем, кто нуждается в их помощи, вместе с ними будут проживать их жизнь в сознании Кришны. То есть и радости, и горести, инициации и все остальное. И в соответствии с тем документом, который у нас есть, это посвящение, посвящение инициациям, все посвящения инициации, которые будут ятре, будут идти только через систему наставников. То есть по-другому это будет сейчас невозможно. Ну вот так, таковое решение, это GBC. Вот.